В этой части мы с вами свяжем полочки. Я уже петли перебросила на спицу. Мы один ряд уже лицевой связали, когда вязали спинку. Здесь у нас пройма. Мы поворачиваем на изнаночную сторону и начинаем вязать с изнаночного ряда. Один лицевой ряд уже есть, изнаночный получается второй. Берем новую нить и начинаем вязать. В начале ряда мы будем закрывать сразу 3 петельки для проймы. Снимаем здесь первую петлю, провязываем изнаночную, набрасываем предыдущую. Провязываем изнаночную, набрасываем предыдущую. Провязываем еще раз изнаночную, набрасываем предыдущую. Мы с вами закрыли 3 петли. Далее самостоятельно провяжите второй изнаночный ряд, третий лицевой. В четвертом изнаночном ряду закройте 2 петли, довяжите ряд до конца, провяжите 5 лицевой. В шестом изнаночном ряду закройте еще раз 2 петли. В общей сложности мы закрываем 3 петли, 2 и 2. Здесь не сложно, провяжите самостоятельно. Вот так выглядит моя пройма. Я закрыла 3 петли, 2 и 2, закрывала в изнаночном ряду. Далее нам нужно посчитать количество рядов, которые мы провязали у спинки. Как мы это будем делать? Я провязала 1, 2, 3, 4 дырочки перед тем, как закрыла петельки для проймы. Переходим вот таким образом на спинку. Здесь отсчитываем 4 дырочки и начинаем считать вот с этой дырочки. Тут получается 1, 2, переходим сюда, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. И я еще провязала здесь 2 ряда. Получается 33. 33 умножить на 2, получается 66 рядов мне нужно провязать. В общей сложности мне нужно провязать 66 рядов. Мы с вами, когда провязывали пройму, мы закрыли 3 петельки, 2 и 2. Это получается, мы провязали 6 рядов. Значит, отнимаем 6, остается прямо провязать 60 рядов. Давайте разберем теперь количество петель. У меня было 61 петля плюс 6, получается 67 петель. Мы с вами у проймы закрыли 3, 2 и 2, это получается 7 петель. Значит, на спице у меня сейчас 60 петель. У нас с краю есть уже готовая планка, после нее мы будем делать убавление. Здесь получается 1 кромочная, изнаночная и 15 лицевых, в общей сложности 17 петель. Эти петли, это у нас петли планки. 60 петель минус 17, остается 43 петли. В прошлой части мы делали расчет плеча, плечо у меня имеет 26 петель, поэтому 43 минус 26 мне нужно будет закрыть 17 петель. Сейчас нам необходимо понять, через какое количество рядов нам нужно будет убрать вот эти петельки, поэтому 60 мы делим на 17. И у меня получается, в каждом третьем ряду я буду убирать по одной петле, и у меня остается остаток 9 рядов. Чтобы было легче, мне нужно убрать 17 петель, поэтому я нарисую 17 кружочков. Итак, я нарисовала 17 кружочков, внизу пишем цифру 3, то есть в каждом третьем ряду нам нужно будет убрать по одной петельке. В каждом третьем ряду мы будем убирать петельки, но у нас с вами есть остаток, у меня остаток 9 рядов. Я через ряд добавлю по одному ряду. Итак, здесь добавлю один ряд, здесь, ну и так далее.
У меня получилось 8 рядов, я добавлю еще ряд посередине. И что у меня получается? Здесь в третьем ряду мы убираем одну петельку, далее в четвертом, в третьем, в четвертом, в третьем, в четвертом, в третьем, в четвертом, в четвертом, в четвертом, в третьем, в четвертом, в третьем, в четвертом, в третьем, в четвертом и в третьем. У нас получается, провязываем 2 ряда, убираем одну петлю в третьем ряду, потом провязываем 3 ряда в четвертом ряду, убираем одну петлю, потом 2 ряда в третьем ряду, убираем одну петлю, ну и так далее вот по этой схеме. Берем наш кардиган, мы 6 рядов проймы провязали, далее отсчитываем заново. Провязываем первый лицевой, второй изнаночный, в следующем третьем лицевом будем убирать одну петлю. Самостоятельно провяжите 2 ряда. Я провязала первый лицевой, второй изнаночный, в третьем лицевом сняла первую петлю, провязала изнаночную и 15 петель лицевыми, это петли косички, наши планки. В третьем ряду мы первый раз будем убирать одну петлю. Убирать будем таким образом. Чтобы косички не перекручивались, меняем стеночки местами у двух петелек и провязываем их вместе с наклоном вправо. Мы с вами убрали одну петлю, далее вяжем по рисунку. Здесь у меня получается, я провязываю сразу 2 вместе с наклоном влево, накид, раз, два, три, четыре, пять лицевых, далее идет накид, 2 вместе с наклоном вправо. Здесь меняю стеночки местами. Самостоятельно довяжите этот ряд до конца. Здесь у нас получается, сейчас посмотрим, накид 2 вместе. И останется 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых для косички. Потом идет 1 лицевая, последняя петля изнаночная. С изнаночного ряда начинаем считать заново. Мы одну петельку уже убрали, поэтому зачеркиваем. Теперь нужно провязать нам 3 ряда, в четвертом будем закрывать петельки. Довяжите ряд до конца, первый изнаночный провяжите, второй лицевой, третий изнаночный, в четвертом лицевом будем закрывать одну петлю. Сейчас самостоятельно провяжите 3 ряда. У меня по узору во втором лицевом ряду идут переплетения косички. В конце, я уже говорила, у меня остается на косичку 6 петель, я провязываю просто переплетение косички с наклоном влево, потом лицевую и последнюю петлю изнаночной. Здесь получается 1, 2, 3, 4. После пятой дырочки я всегда буду вязать переплетение косички. Я провязала 3 ряда и начало 4 лицевого. Тут получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 петель. Мне нужно провязать еще одну петлю до убавления. Здесь по узору мне нужно провязать 2 вместе. Но так как я буду делать убавление, 17 петлю я просто провязываю. А здесь я меняю стеночки местами у петелек и провязываю их вместе с наклоном вправо. Ну а дальше вяжем по нашей схеме. Самостоятельно довяжите этот ряд до конца. Что у нас получается? Мы уже второй раз убрали петельку, зачеркиваем кружочек. Далее самостоятельно провяжите 2 ряда, в третьем будем закрывать. Провязываем первый изнаночный, второй лицевой, в третьем изнаночном мы не довязываем вот эти 17 петель косички плюс 2 петли. В третьем ряду я не довязала 17 петель плюс 2 петли. Вот эти 2 петельки сейчас будем провязывать вместе. То есть в общей сложности я не довязала 19 петель. Провязываем вот таким вот образом. 2 вместе изнаночной. Мы с вами убрали одну петлю. Далее вяжем до конца ряда. 15 изнаночных, лицевую и последнюю петлю изнаночной. Зачеркиваем следующий кружочек.
Далее нам нужно будет провязать 3 ряда, в четвертом убрать одну петлю лицевой, изнаночной, лицевой. В изнаночном тоже не довязываем 19 петель, провязываем 2 вместе изнаночной, провязываем 17 петель. Ну и таким образом вяжем вот по этой схеме. Я повторюсь, с краю я буду провязывать переплетение косички, которое состоит из 6 лицевых. Вот эти 6 лицевых петелек. Потом идет 1 лицевая, последняя петля изнаночная. Переплетение косички получается с наклоном влево после каждой пятой дырочки. Таким образом, провяжите самостоятельно вот по этой схеме. Когда вам нужно будет провязать последние 3 ряда, в конце третьего ряда петельку мы не убираем. Потом я вам все объясню. Я провязала полочку, и вот такая вот она у меня получилась. Из-за того, что с края у нас идет широкая косичка из 15 лицевых, край у нас не заворачивается. Теперь я вам объясню, почему в конце мы не закрываем еще одну петельку. Итак, наш расчет. В конце мне нужно было провязать 2 ряда и в третьем убрать одну петлю. Я этого не сделала. У меня получается, я провязала лицевой ряд, остается провязать последний изнаночный, в котором нужно закрыть петельки. Здесь 17 петель, потом идут 2 вместе с изнаночной стороны, и вот эти петельки 26 мы должны закрыть для плеча. Когда мы закроем петельки для плеча, я повторюсь, 26 петель, нам еще нужно провязать вот эту косичку прямо. У нас с одной стороны есть кромочная, а с другой стороны кромочной нету. Поэтому я и не убрала лишнюю петлю, так как эта петелька у нас и будет кромочной петлей. И у нас получается кромочная, изнаночная, 15 лицевых, кромочная. Сейчас самостоятельно с изнаночной стороны закройте 26 петель. Я закрыла 26 петель плеча, и на спицу у меня получается 18 петель. Тут идет 1 кромочная, изнаночная, 15 лицевых, 1 кромочная. Далее мы с вами будем вязать косичку. Наша косичка будет продолжение планки. Мы свяжем определенное количество рядов, потом аккуратно пришьем горловине спинки. Длина нашей косички идет от плеча по горловине до середины, но не довязывая, где-то 1 сантиметр до середины. То есть мы сейчас просто вяжем косичку и прикладываем, либо заранее измеряем сантиметром и смотрим. Здесь у нас будет плечевой шов. Итак, мы вяжем косичку до середины, я повторюсь, но не довязываем, где-то 1 сантиметр. Тут переплетение косички получается идут через 4 ряда. Я продолжила вязать косичку, вот что у меня получилось. Потом мы с вами, когда сделаем плечевой шов, мы аккуратненько эту косичку пришьем к горловине спинки. Вот таким вот образом. Как видите, я до середины не довязала, где-то 1 сантиметр. Я повторюсь, эта косичка продолжение нашей планки. В конце мы нить отрезаем, но оставляем конец нити подлиннее. Он нам еще пригодится. У проймы, сейчас я вам покажу, у меня получилась вот такая вот косичка. Начинаем вязать вторую полочку, ее вяжем по той же схеме, как предыдущую, только здесь получается в начале первого ряда мы сразу закрываем 3 петли, провязываем лицевой ряд, изнаночный второй, в третьем закрываем 2 петли, провязываем до конца, провязываем четвертый изнаночный, в пятом закрываем 2 петли и довязываем ряд до конца. То есть мы вяжем на один ряд меньше, здесь получается закрываем 3, 2 и 2 петли. У нас получается, провязываем 5 рядов, далее вяжем вот по этой схеме. Провязываем 2 ряда, в третьем убираем петельку, потом провязываем 3 ряда, в четвертом убираем петельку. В каждом лицевом ряду мы здесь не довязываем 17 петель плюс 2 петли. Здесь мы провязываем все время 2 вместе с наклоном влево. Итак, вяжем вот по этой схеме. Я вам здесь подробно расписала, объяснила, надеюсь, вам будет несложно. Когда провязываем последние 3 ряда, петельку мы не убираем. У нас получается, мы эту полочку вяжем на один ряд меньше. Самое главное, чтобы у нас петельки для плеча закрывались с лицевой стороны
И здесь осталось 18 петель. То есть кромочная, изнаночная, 15 лицевых, кромочная. И вяжем точно так же вот эту вот косичку. Провяжите самостоятельно. Я провязала вторую полочку, вот такая вот она у меня получилась. На этом пятую часть я заканчиваю, в шестой части мы с вами продолжим.